Капитальный ремонт морга на завершающем этапе. От старого здания остались только стены. Сейчас в помещениях новая плитка, электропроводка, сантехника, новая система вентиляции. До первых морозов завершили отделку фасада. На следующей неделе внутренние работы будут окончены и начнут устанавливать оборудование. Далее объезд главы города продолжился проверкой качества содержания дорог. Наш объезд посвящен качеству содержания дорог, дворовых территорий. Снегопад был сильный на выходных, практически больше декадной нормы осадков выпало. Первый сильный снегопад прошел в Ленинске-Кузнецком 13 ноября. Пока шел снег, дорожно-коммунальные службы очищали проезжую часть, остановки, посыпали дорогу песко-соляной смесью. Прибавил бригадам работы и двухдневный снегопад 17-18 числа. Так что сейчас пока осадков нет, несмотря на мороз, кипит работа. Огромные сугробы вдоль дорог необходимо в срочном порядке вывести. Сейчас мы видим, работы ведутся, начали уже вывоз снега. Техника работает практически на каждой улице, на проспектах. Коммунальщики приводят в порядок не только общественные территории. Особое внимание внутриквартальным проездам и дворовым территориям. За минувшую неделю только предприятием «Дорожник» вывезено за пределы города более 2500 кубометров снега. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.